Это были 50-е годы. Мы все хотели посидеть рядом с Камилем. Я была знакома с Жене, который сильнейшим образом повлиял на мою жизнь. Я общалась с Маргери Дюрас. Это было необычайное время. Вот ее джинсы. И она всегда носила это колье. Моя мать оставила мне в наследство свою тайну. Историю наших отношений. Вы поступаете в точности, как она. Идете по следу своей матери. Все-таки она потрясающая женщина, верно? Марион Котийяр в фильме «Маленькая девочка в голубом». В кино с 20 июня.